пришли сегодня в порт, мы стоим, разинув рот. Слова этой детской популярной песни как никогда актуальны в летние дни. В Ульяновске открылась пассажирская навигация по Волге. В конце июня от причала Ульяновского речного вокзала в рейс отправился прогулочный теплоход «Московский-20». В связи с пандемией в этом году сроки начала прогулок немного сдвинулись, отчего на первые же рейсы были сразу раскуплены все билеты. Прогулочные рейсы осуществляются согласно расписанию, установленному еще в прошлом году. По требованию Роспотребнадзора выполняются все предписания. Для прохождения на судно каждый пассажир должен иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. У нас работают оба теплохода, «Московский» и «Герой Юрием». «Герой Юрием» пока находится у нас во временном отстое, в техническом он исправен, но он тоже будет работать в ближайшее время, оформляем документацию. «Московский» работает уже в полном объеме. Значит, мы берем на борт 150 пассажиров, «Герой Юрием» несколько меньше, от 100-110, в принципе, мы к работе готовы. Отбоя от посетителей нет. Люди, изголодавшись по прогулкам, стремятся на палубу теплохода. Среди пассажиров преобладают семьи с детьми. Но также наша съемочная группа стала свидетелем романтического момента. Артем Тухватуллин из Хакасии приехал к своей девушке Валерии в Ульяновск, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Молодой человек креативно подошел к выбору места и не прогадал. Валерия ответила согласием. В Ульяновск я приехал сделать девушке свое предложение, она родом отсюда, да, и она сказала «да». Особенно речные прогулки по душе юным пассажирам. На Волге я сегодня впервые плаваю, и сегодняшняя погода мне очень нравится. И поездка. И поездка. Плавный ход судна и точное вхождение в пролеты Императорского моста обеспечивает механик-капитан теплохода Андрей Мещеряков. Помогает ему замечательная девушка, матрос Наталья. В ее обязанности входит прием пассажиров на борт, высадка по прибытию, контроль порядка, прием и отдача швартовых. Также девушка помогает во внештатных ситуациях. Я должна производить спасательные работы в случае... Случаи всякие бывают. Вот, если человек за бортом, я должна знать все сигналы тревоги, вот, соответственно, реагировать, вот, докладывать все капитану. Помимо прогулочных маршрутов, в областном агентстве по туризму разработан проект круизных навигаций «Великий Волжский путь». В него войдут причальные зеленые стоянки, облагороженные все необходимой инфраструктурой, а также экскурсионные программы. Проект «Великий Волжский путь» – это федеральный межрегиональный проект, который включает в себя круизные сообщения между крупными городами Приволжского федерального округа. И, безусловно, наш регион активно готовится к началу круизной навигации, которая стартует уже в ближайшее время. Также агентство прорабатывает и другие речные программы с ведущими круизными компаниями России для жителей нашего региона и туристов из соседних областей. Ну а мы возвращаемся на палубу, радуемся легкому попутному ветру и хорошему настроению. Пошумев моторами, выпустив дымок, через акваторию мчится катерок. Антон Никонов, Руслан Баталов, Улправда ТВ.